Еще немного, и куранты пробьют 12. Последняя неделя перед Новым годом самая напряженная. Купить всем подарки, придумать, что приготовить на праздничный стол. Универмаг Солигорск основательно подготовился к праздникам. Настроение у посетителей поднимается с первой минуты, ведь вокруг все горит, сияет, блестит и мерцает. Дорогие наши покупатели, приглашаем вас за покупками к наступающему Новому году. Только для вас мы подготовили самый широкий ассортимент новогодней продукции. Елки, сувениры, игрушки, сладости. Все для хорошего праздничного настроения. Красивое фото – это память о новогоднем празднике. Поэтому, чтобы они получились ослепительными, на первом и втором этажах универмага организованы фотозоны, которые будут служить интересным фоном для ваших фотографий. Кроме того, фотозона – это отличное развлечение для детей, пока вы заняты покупками. Универмаг, как всегда, радует своих покупателей сюрпризами. Например, вас ждут презентации и дегустации колбасных, молочных, хлебобулочных изделий, расширенная продажа чая с вручением подарков. А 24 и 25 декабря действует скидка 25%. Плюс только 24 декабря акция «Кулинарный день» минус 20% на продукцию собственного производства. Хорошее решение для тех, у кого на приготовление еды не хватает времени в праздничной суете. Напоминаем, что вы можете зайти в закусочную Споткание, а также столовую номер 19, которые всегда гостеприимно распахивают двери для своих гостей. Свежие салатики и закуски, вкусные горячие блюда, ароматная выпечка – все приготовлено с душой и по очень привлекательным ценам. Можно пообедать на месте, ну а если вы спешите, то повара заботливо все завернут вам с собой. Поздравляем вас с наступающими праздниками Рождества и Нового года! Желаем исполнения всех желаний и будем рады видеть вас в универмаге «Солигорск».